У меня тут творится полнейший звездос, потому что я все повытаскивала из холодильника, повыкидывала все, что не нужно. Вообще из всех закромов все повытаскивала, повыкидывала. И тот холодильник вообще надо полностью освободить, потому что там у меня еще в морозилке ягоды, которые я тоже намерена сегодня сварить и сделать из них варенье. Кстати, банки, видите, там банки у меня поосвобождались. Это всякое вот, что у меня там стояло, долгоиграющее в холодильнике. Все выкинула нафиг. Поставила свою сушилку, потому что хочу сейчас... Хотела, сейчас уже не знаю. Помидорчики, которые сливки, сделать вялеными и показать рецепт. Вот не знаю, сейчас сделать или нет. У меня всего лишь там пачка. На одну буквально малюсенькую баночку можно сделать, чтобы вам показать. И сегодня мне еще нужно, я пообещала, сделать соленый перец. Тоже он у меня здесь лежит. Хорошо, что его немного. Буквально тоже на одну, может быть, литровую банку. В общем, сейчас я это барахло все буду разбирать. У меня в посудомойке надо разобрать чистое и грязное. Все туда погрузить. У меня тут... Да не, так непонятно. Вот так понятно. Вот так понятно. Все, друзья мои, работаем. Работаем.